Добрый вечер, это канал Сафронов Family, и опять же мы продолжаем серию «Будни в мэрии». Мы уж походу скоро сериал ебанем. Всем привет. Ну, как вы уже видите, я вот такой вот толстенький, пузатенький человечек, да-да-да, вот такой вот я жирненький, я депутат, я под потом и кровью, я жопу рвал, чтобы депутатом стать. Для чего это делал? С депутатом можно пойти на лидерку. Ну и как бы... Ну и там уже все ясно, короче, я хочу на лидерку. Так, остановимся теперь, ну, скорее всего, на обязанностях депутата. Ну, депутат — это как бы такое лицо, что оно отвечает одновременно и за тех, кто ниже тебя рангом, то есть, получается, он может проводить и собеседование, и также лекции, построения выполнять, но и также он может делать, ну, как бы быть одновременно замом, ой, не замом, а с лидером на короткой ноге, то есть получается с ним ходить на те собеседования там, с президентом там на какие-то разговоры там, ну все, короче, меня понимаете. Да, 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 я знаю, конечно, конечно. Да, да, да. Кстати, вот тебе пламенный привет, понимаешь, то что ты мне говоришь, мне просто похуй. Это ты кому? Засри мне все ЛС, мне это просто кому? Похуй. Не, да вот чувак пишет. Этот Конти или как? Да, да, да. Кстати, вот по поводу тебя, да, именно к тебе я обращаюсь сейчас. Я знаю, что ты посмотришь. Просто знай, что не надо ко мне подлизываться, что ты, ебать, такой хороший, блядь. Просто я сказал тебе, типа, подпишись, ебать, я тебя не просил, я тебя не просил, прям не умолял это, там, ну подпишись, пожалуйста, мне она очень важна, там, ебать, я не просил. Если бы ты, как бы, ты мог сам спокойно сказать нет и все, мне как бы похер вообще было бы на тебя, то, что ты подпишешься или нет. А то, что ты начал меня выпрашивать скин, я даже себе скины не меняю, хера ли я должен тебе их менять? Это мэр должен менять, потому что я нарушу дресс-код, и все, мне потом выговор влепят, из-за тебя причем меня выговор влепят. Хочешь крысь на меня, не знаю, что хочешь, делай. Да, мне лично на тебя похуй. Ты мне никто, и я тебе, он в принципе, тоже уволить, никто. Это намек. Да, это как бы тебе такой маленький этот на пустые слова, не угрожая, ничего, просто. Да, просто не знаешь, что мне на тебя похер и все. Ладно, отодвинемся от темы. Первая главная команда, которая доступна депутату, это команда Union White. То есть команда увольнения. Пишите ID, пишите причину и все, и увольняйте игрока. После того или перед тем, ну лучше после, потому что если вы напишете перед, то он просто вливнется и все. После того, как вы уволили, вы обязательно должны, ну, желательно в эту же минуту, в первую, отчитаться в федеральную рату, что вы такого-то уволили по причине такой-то, такой-то. Это первое. Второе. Ой, какая... Что там еще есть? Команда. Такая интересная команда. Всегда они все мечтают. Дептерлист. То есть, вылазит заправочные станции, бизнесы и дома. Если вы увидели в мэрии, допустим, циферку, как такие, которые там на стеночке написаны, вы депутат, вы... Просыпаетесь поутру, видите дома, все, сейчас нету задолженников по проплате. Но обычно там утром висит много, там по 12 бывает, там даже АЗС-ки слетают. То есть мы едем, их опечатывают, там написан город, написан номер дома, вы едете, если вы, конечно, старше по должности, вы отмечаете, там отмечается GPS, на каждом сервере по-разному, но каждый может и зам опечатывать, допустим, на грине может только мэр опечатывать. Не раньше правда. Можно было, чтобы и зам опечатывал. Слышь? И
команда меняет скин, чейк скин. Ну, смысла это я не вижу, вообще просто как бы я не вижу. Менять дресс-код это лишние проблемы. О, нормально все тут. Слышишь? Этот зам тоже может опечатывать. А, ну не знаю, помнишь, когда этот один лидер был, он там не мог отпечатывать, потом. Ой, что-то зам был один, в реформу вел, что нельзя опечатывать, потом не, опять. Короче, от президента зависит. Ездили, опечатывали. Ну ладно. Ну ладно, неважно, короче. Где можно, где нельзя, независимость от лидера и от президента. Кому моча мозги ударит, тот и прав, как бы можно сказать. Ну, кто так, что ты прав, то я спорить не буду. Не, как бы это не важно, кто опечатывает дома, а кто нет. Нет, скин, ну и в принципе таких больше команд нету. Обязанность следить вам в основном могут дать тему на форуме, за которую вы должны следить. Допустим, я отношусь к адвокатам, то есть я как бы несу ответственность за адвокатов. Если адвокат косячит, то попадаю я в первую очередь, потому что я был за них ответственный. Еще один маленький нюанс, если вы, допустим, старший лицензиор, то если не будет мест на депутата, а их всего три, на зама мэра два, то вы будете хоть месяц стоять, но вы не сможете, короче, это попасть на депутата. Хоть вы там идеально будете работать, мест не будет, все. Если он у вас проблатит четвертым человеком, все, это грубейшее нарушение, это вплоть до его там до снятия лидерки. Ну, в принципе, все, ты уже у нас как человек проверенный, Мирян, ты же должен уже знать. Кстати, Мирян тоже на депутате стоял недолго, конечно, недели-две, но все же. Неделю, короче. Побыл я на депутате, потом ты мне такой, ливнись, я ушел. Ну, расскажи, что еще там есть. Такого. А, депутат разрешает лекции в рацию. То есть, если вы так проводите, допустим, начальник охраны проводит обычный чат лекцию, вы можете проводить лекцию в рацию, короче. Вот, допустим, ну сейчас проверим. Ну вот, отправим мы лекцию. Все, у меня сразу сделает скрин. Все. Вот так. Ну, вот. Еще раз, короче, пройдемся это по отчету. Я не знаю, как сейчас, но в мое время надо было выкладывать по пунктам. Скринить кого там за что вы уволили, потом кстати, да, обязательно нужно скринить за что уволили, потому что чуваки бывают реально пишут, ну допустим ну бывает пишут жалобы типа, а у тебя нету доказательств того, то есть вы неделю по-любому должны скрины хранить, когда вы ставите отчет, ну все, там уже можете удалять, там на следующей неделе уже все. Но, как бы, если вы напишет жалобу, и у вас не будет скринов, как бы, доказать, то есть вы его ливнули без причины, получается. Признак а ливнуть без причины – это выговор. Ну да. Ну это, как бы, выговор, и с выговором вам даже не светит, можно сказать, это повышение на девятку. Если же места будут, то, допустим, бывают такие случаи, что одно место, там вы долго стоите вдвоем, и тут выбирают. Самый сложный такой выбор в основном это стоит. Выбирают в основном даже не кто лучше за это, а просто по времени выбирают. Ну, как-то так. Ну, на зама я не знаю, вряд ли встану, поэтому я захвачу еще так маленько зама. Чем отличается вообще зам от депутата? Зам может все те же особенности, что и депутат, но только он вот еще может использовать команду Debtor Sell, то есть опечатывать дома. И еще может один маленький нюанс, он может добавлять ранг, короче, он может все, что может лидер, кроме команды Шлоу, то есть типа общий список этих, кто состоит в организации. Все ему команды доступны, все достигнуты, но он и может и увольнять, и принимать, и ранг повышать, понижать. Короче, это правая рука лидера, он все полностью. Если вас ставят на зам, вы считаем, вы можете правый, лидер, правый, вы лидер. Правый. Ну, если лидера нету, то правый, вы, да, можете стать, заменяете его. Я бы слез вытирать. Да. Да-да-да, правой рукой дрочу. Еще это зам мэра должен ежедневный отчет выкладывать, мне кажется, вот это вот самое запарное.
Ну, сейчас вводят систему без отчетов, так что, мне кажется, будет получше, а может и похуже будет, потому что, может быть, будет посложнее. Я даже не представляю просто, как теперь будет система. Обязательно будет видео с новой системой повышений. Я узнаю все про нее. И обязательно сделаю видео. Ну, как полностью все узнаю. Вчера был час со смартом и рингом. Про СМИ ничего особенного нет. Я не создал СМИ, поэтому вчера мне это близко не коснулось. Вчера был час со смартом и рингом. Все они рассказали. Самим нам тоже очень интересно, как эта система будет работать. Мне кажется, удобно будет. Система, кстати, кто барыжит виртами, не знаю, он говорит, допустим, многие боятся, что если я, допустим, обычный игрок, передам там большую сумму денег, тут же миллион там или два, такому-то другому игроку, то меня сразу забанят. Он говорит, не было таких случаев, вероятность этого один из тысячи или из миллиона, там, ну это никогда такого не будет, там, один на... Не знаю там на сколько даже, 99.8% того, что вас могут просто так забанить без причины, если вы не барыжите виртами. Я, походу, мне кажется, просек фишку, как они это понимают, но это я не буду говорить. Я, это лично мое мнение, оно останется лично при мне. Мне просто это как бы, ну, это единственный способ, по которому можно вычислить того, кто барыжит виртами. Ну и в принципе все. Такое коротенькое маленькое видео просто. Обязанности, жизнь депутата. О, тут дом слетел, походу. Сейчас подъеду, посмотрю. А, сейчас прям. Это тут их много, оказывается. Я думал, слетел. Ну, что ты еще можешь добавить? Что я могу добавить? Обязанности. Ну тут ЧС. На Титане, да, ё-моё. Да давай, какой ЧС, блин, мне по поводу депутата. Ну еще остановлюсь на, конечно, уйду от темы. Остановлюсь на том, что у меня новый дом. Проплатим, конечно, 6 из 30. Надо бы чуть поднапречься. Вагончик. Angel Pine. 8000 год, 875 в день. Чувак бросал игру, продал мне по экстрим. Вообще, это просто шикарно. Не знаю, там, я готов был его рассылать, просто когда он мне... Ну, я еще и тот, я в итоге купил его, ну, за сколько там экстрим получается, не знаю, в подробности, сколько 20. Короче, я продал свой за 450, и в итоге даже в плюсе остался. Купил времянку подешевле, в плюсе остался. Это вообще было шикарно. Просто вообще очень хорошо. Ну и вот, в принципе, все. О, кстати, мой бизнес. Кстати, у Дениса Зайдем-ка. Бизнес поднимается сегодня. Финка 15 тысяч. Да, да, кстати. Вот, даже сейчас покажу. 20? Уже 20. Ну так правильно, я сейчас вот на Титане. Да. Тут 3 яка, я уже 2 минуса дал. А тут смотри, они просто в тупоря вот появляются, я тут вижу, вот один бегает, он просто в тупоря появляется, и сразу он бежит на закуп. Вообще, закуп да, стоящий. Да, всё-таки не прогадал Денис. Начали все-таки рашить. А лидер, кстати, вообще есть у яков? Он, походу, только ночью онлайнит. Лакоза Ностра. А-а, он, походу, только ночью. Или вообще его нету, или сняли, не знаю. Я вот ночью видел там двоих, я хотел у них патроны купить, они мне по РП мозги пилили там. Что, какие патроны, о чем вы? Что у него за симка такая? Тут президент пишет, говорит, у меня симку хотят за 5к брать. Карл Вентрис. Ой, сейчас лидерс пробью. Лидерс. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ой-ой-ой-ой. А, вот. Блин, ну, нифига себе, такой бы номер блатной я бы тоже взял бы, ну не за 5 клямов, конечно. Вот, смотри, 3 яка появилось, и все. Сейчас они опять, походу, побегут. Ну, всем спасибо за просмотр, затягивать долго не буду, как и многие это просили делать. Благодарствую за то, что смотрите, за то, что у меня поднимаются потихонечку просмотры, подписки, да, ну и все остальное, короче.
скатертью им дорожка. Ау? Да-да-да. Таких я нахуй не вертел, если честно. Мне очень похуй то, что вы говорите мне. Вы себе лично, лично врагов наживаете. Вертик я поддержу. Потому что я... Поддерживаю, чтобы я вертел. Ну, потому что они всегда есть, были. Ну, все. И будут. Да, видите ли, маленькому мальчику не уступили. Ладно, все. Всем спасибо.